Еще трое дагестанских борцов завоевали право этим летом участвовать на Олимпиаде в Токио. Мировой лицензионный турнир стартовал накануне в Болгарии. Для вольников это была последняя возможность выиграть путевки на главные игры четырехлетия. На турнире в Софии спортсменам необходимо было выйти в финал. Так успешно с этой задачей справились Магомед Мурат Гаджиев, Магомед Хабиб Кадимагомедов и Альберт Саритов. Спортсмены выступают в составе сборных Польши, Белоруссии и Румынии соответственно. Отметим, что в финал также вышел и осетинский тяжеловес Сергей Козырев. Тем самым он добыл для России единственную недостающую путевку.